Как-то раз я решил пригласить Веру в консерваторию. Добрый вечер. Мне 2 билета на вечерний концерт. Пожалуйста. Спасибо. Ее билет я положил в конверт вместе с запиской и бросил Вере в почтовый ящик. Я написал, что буду счастлив, если она согласится прийти, и честно подписался своим именем, отчеством и фамилией. Я был уверен, что ничего, кроме моего имени, она не знает, а мало ли на свете Алексеев. Мне не хотелось, чтобы Вера заранее узнала во мне шофера Валерия Семеновича. Я хотел появиться перед нею как таинственный незнакомец, или как ее тайный поклонник, что в сущности очень походило на правду. Для этого я решил упросить хозяина одолжить мне на полдня свой «Мерседес». Это Сомов. Значит так, срочно все деньги переводите из пассива в актив. Вы меня поняли? Я сказал немедленно. Слышите? Я проверю. Да, я слушаю вас. Разрешите? Да. Да. Продавайте, продавайте, продавайте. Все-все акции продавайте. Что? Да вы что, в самом деле, хотите, чтобы обвал, что ли, случился? Вы что? А? Что у тебя? А, Валерий Семенович, я вам нужен еще сегодня? Нет, можешь гулять. Валерий Семенович, вы можете мне машину одолжить? Это еще зачем? Ну, дело жизни и смерти. Мне девушку прокатить надо. А так что, разве не в курсе, что в стране творится, а? Нет. А что? О-о-о. Счастливчик. Ладно. Чтоб к 12:00 машина была в гараже. Ага, спасибо. Алло. Не волнуйся. Да. Да. Ну, разумеется. Ну, о чем речь? Встреча с Верой. Я решил подготовиться основательно. Мне хотелось выглядеть на все 100. Все в этом мире потеряло для меня значение. Все, кроме Веры. В тот день я попал в страшную пробку.
Я опоздал. И мое место занял другой. Такого позора я допустить никак не мог. Его не мог допустить и мой Мерседес, дух которого вселился в меня и диктовал поступки мне совершенно несвойственные. Руки наверх, лицом к стене. Вы обознались. Тихо! Забудь этот телефон, понял? Спасибо вам за ужин. Было очень вкусно. Может быть, еще что-нибудь? А можно телеграмму отправить? А то у меня дома волнуются, а я здесь, неизвестно где. Вы напишите, а я сбегу отправлю. Ну что вы, я и сама могу. Нет уж, давайте лучше я. А то вы опять не на тот поезд сядете. А у вас есть ручка и бумага? А, сейчас. Сейчас, секунду. Пожалуйста. И ручку. Спасибо. А вы садитесь. Садитесь, пожалуйста. Ой, какой у вас медведь-то страшный. А, да этого не бойся, это я у Чукчи купил. Алло, Вера. Здравствуйте, это говорит ваш тайный поклонник. Я должен перед вами извиниться, я не смог прийти. Я умоляю вас, давайте попробуем еще раз.
Дядь Лёш, вам не больно? Да нет, нет, нормально, нормально. Ты не замерзла? Нет. Ух ты! Что это? Мерседес? Ваш 500-й. Меня не били, не приковывали наручниками к батарее. Все решилось гораздо проще. Чтобы покрыть нанесенный ущерб, мне пришлось уступить хозяину свою квартиру. Валерий Семенович проявил большое великодушие. Денег от продажи квартиры на новый «Мерседес» все равно не хватало. Я просил его дать мне возможность заработать, чтобы полностью вернуть долг. Но он больше не захотел меня видеть. Так я оказался на улице. Вы не беспокойтесь. Я сегодня же отправлю, и вечером уже ваши получат. Спасибо. А почему вы так обо мне заботитесь? Забота о пассажире – прямая обязанность проводника. Ясно. Отец! Да. Скажи, где телеграф тут у вас? Прянова взяли. А, спасибо. Пожалуйста. Девушка, а мне телеграмму в Москву. А можно ручку у вас попросить? А, спасибо. Без сдачи. Начальник, довези до следующей станции. Век Богу буду за тебя молиться. Брату едет. На станции без паспорта билет не дают. Сколько денег хочешь? Да не надо денег. А чем платить-то? Музыкой плати. Эй,
Алёша! Чего? Я должна перед вами извиниться, мне очень неловко. Почему? Я пожаловалась на вас начальнику поезда. Да ну что вы, Вера Анатольевна, я про это и думать забыл. А он сказал мне, что накажет вас по всей строгости. Да нет, это все пустяки. Мне ничего не сделают. У вас-то не будет проблемы из-за того, что вы не подоспеете к Новому году? Ну, единственное неприятное, то, что бабуля останется одна на Новый год. Муж, дети. Я не замужем. Любимый человек? Меня никто не ждет. Я, видите ли, не очень-то современна. Но вы же совсем молодая. Вы можете легко изменить свою жизнь. Стоит только захотеть. Ну, я, наверное, хочу того, чего на свете не бывает. Чего? Откровенно? Да. А вы не будете смеяться? Не, не буду. Я хочу. Я придумала. Это все очень прозаично. Я придумала себе образ идеального человека, который будет любить меня всю свою жизнь. Но такого не бывает. Бывает. Перед вами наглядный тому пример. Вы? Знаете, мне не выпало ни счастья полюбить, а может быть, счастье, как хотите. В общем, я полюбил одну женщину. Она об этом даже не догадывалась, но я знаю, что на всю жизнь. Ну и где же она и что с ней? К сожалению, я вынужден был уехать из Москвы. 7 лет назад. И мы больше не встречались. Но почему? Знаете, она для меня практически недосягаема. Она что, инопланетянка? Для меня, да. Ну, вас и угораздило. Хотя, знаете, есть такая теория, что рядом с нами существует невидимый и доступный мир. Но этот мир, он совсем близко. А вы пробовали просто сказать ей о том, что вы ее любите? Но я не могу. Завтра. Да, конечно. Еще один вопрос. Мне все время кажется, что ваше лицо мне очень знакомо. Мы не могли с вами где-нибудь встречаться раньше. Знаете, у меня такое ощущение, что наша встреча не случайна. И что вы сели именно на тот поезд. Ой, я бы думала то же самое, окажись мы завтра в Москве. Спасибо вам. Спокойной ночи. Спокойной.
спокойной ночи. На этом разъезде наш поезд делал техническую остановку. И тут я увидел московский состав. Решение пришло само собой. Вера Анатольевна! Вера Анатольевна! Я сплю. Вера Анатольевна, если вы завтра проснетесь в Москве, тогда поверите? Во что? Что наша встреча не случайна. Я устала верить в чудеса, Алеша. Ну, все-таки, Вера Анатольевна. Вы прекрасно понимаете, что это невозможно. Ну, ладно. Спокойной ночи, Вера Анатольевна. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Что случилось? Скажите, вы любили когда-нибудь? Чего? Ну, я говорю, вы любили когда-нибудь, так чтоб на всю жизнь. Ну? Тогда вы поймете меня. Это вопрос жизни и смерти. Я отдам все, что хотите, только помогите мне. А что ты хочешь, дружище? Я прошу вас, прицепите мой вагон к московскому составу. Это проблематично. Ну, пожалуйста, прошу вас, это очень надо. Это крайне важно для моей жизни. Прошу вас. Я думаю, вопрос этот сейчас решим. Я быстро. Я же просила вас разбудить меня. Я же свою станцию проехал. Ну, как я теперь домой попаду? А что такое? Мы уже подъезжаем. Вы издеваетесь надо мной? Ну, как можно? Да это, вы сумасшедший. Это Москва приветствует своих вас гостей. Вас лечить нужно. Да убедитесь сами. Это как? Правда Москва? Правда. Так значит, что, я на свой поезд, что ли, села? Так я же вам говорил, а вы не верили. Алёша, я все-таки не понимаю, как это может быть? Считайте это чудом, Вера Анатольевна. Вы что, волшебник? Нет. Мне просто очень захотелось, чтобы вы поверили, что чудеса бывают.
Мне все-таки очень знакомо ваше лицо. Мне постоянно кажется, что мы могли встречаться с вами раньше. Вряд ли. С Новым годом, Вера Анатольевна. С Новым годом вас. Да, конечно. С Новым годом. Спасибо. У меня не хватило мужества признаться. Кем бы я предстал перед ней? Человек, любивший ее всю жизнь. Бомжом, живущим в угнанном вагоне. Мелким жуликом без паспорта. И почему она должна была мне поверить? Мне оставалось только глядеть ей вслед, прощаясь. Теперь уже точно, навсегда. Нью-Йорк. Мороженое! Берем мороженое! Берем мороженое, граждане, подходим, берем сюрпризом новогоднее мороженое! Подходим, подходим, берем мороженое! Алло. Бабушка, привет. Это я, да. Верочка, ты где? А? Я чудом оказалась в Москве. Ну, я уже начала волноваться. Потом расскажу, я познакомилась с потрясающим человеком. Какого человека? Еду, целуй, пока. Вера, Вера. Ой. Верочка, Верочка, я смотрю, у тебя совсем не новогоднее настроение. Прости меня, бабушка. Ну ты что, все о своем волшебнике думаешь? Понимаешь, просто очень нехорошо получилось. Давай. Давай. Я даже спасибо ему не сказала. Ну. А ведь можно было пригласить к нам на Новый год. Ну что ты волнуешься? У проводника всегда собутыльники найдутся. Бабушка, ну как ты можешь так говорить? Ну ты же совершенно его не знаешь. Ой, Верочка, сколько тебе лет? А ты все такая же романтическая дурочка. Ну, даже в чудеса начала верить. А если это правда, было чудо? Слушай, а вдруг никакого проводника волшебника не было? А тебе все это приснилось? Приснилось? Да. Во сне. Как во сне? Ну, я тогда совсем ничего не понимаю.
За время моего отсутствия Москва изменилась до неузнаваемости. В своем родном городе я чувствовал себя как турист. Я не мог избавиться от ощущения, что попал в какую-то другую страну, где все почему-то говорят на русском языке. Но несмотря на родной язык, я был в этом городе совершенно чужим. Ну ладно, не будем грустить. Давай-ка лучше встречать Новый год. Давай. Я же говорила. С Новым годом! С Новым годом! Вам телеграмма. Вот. Спасибо. Всего хорошего. Взаимно. Села не на тот поезд. Приеду через день. Не волнуйся, Вера. Ничего не понимаю. А что это значит? Это значит, что чудеса все-таки бывают. Лежать боятся! Пикни, чтоб не на месте, понял? О! С Новым годом, гармошка! Нет, все было правильно при расставании с Верой. От судьбы не убежишь. Так наступил конец моему путешествию. Отдыхай. С Новым годом! Закурить лучше дай. Да нету. Вы говорите, этот проводник довез вас до Москвы? Совершенно верно. В прицепном вагоне? Да. Я очень хотел его поблагодарить. Не за что его благодарить, гражданочка. Как не за что? А потому что никакой он не проводник. А кто же он? Жулик, вот он кто. Мы его 7 лет поймать не могли. Он номера приписные на вагонах менял и катал по всей стране за государственный счет. Кстати, вас также в Москву доставил. А вы говорите, чудо. Не бывает чудес, милые. Спасибо, скажите, что... Живы остались.
Поехали, Алексей. Алеша, передай отцу, что мы рискуем опоздать. Алеша! Вера, как вы меня нашли? Зачем вы сказали мне неправду? Ведь это же вы водили ко мне Настю в музыкальную школу. Да? Какое это теперь имеет значение? Гражданочка, идите отсюда. Здесь посторонним нельзя. Давай. Куда вы его увозите? В суд. Куда? В суд. О, боже мой. Это большое имеет значение, очень большое. Мы с вами обязательно встретимся. Вера Анатольевна! Настенька, дорогая. Как я рада. Настя, чудесная моя, мне очень нужно поговорить с твоим отцом. Прежде чем приступить к рассмотрению этого дела, хотела бы обратиться к подсудимому. Подсудимый, признаете ли вы себя виновным? Признаю. Не волнуйтесь, Верочка. Вы сделали из моей Насти настоящую звезду, и я ваш должник. А прокурор? Мой друг. Алло. Виктор Игнатьевич? Здрасте. Я к вам по делу. Валерий Семенович? Ну, какие срочные дела в Новый год? Принимая во внимание все обстоятельства данного дела, суд приговорил признать гражданина Смирнова Алексея Николаевича виновным в совершении преступления по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему меру наказания лишения свободы сроком на 3 года. Сделаю все возможное. Алло, да, слушай, Виктор Игнатьевич, но это невозможно. Я уже приговор огласила. Ну, поняла, да. Меру наказания считать условной. И чё? Куда мне теперь? Идите на все 4 стороны. Значит, все-таки нашелся тот человек, которого вы полюбили, Вера Анатольевна. Нашелся. Любопытно было бы на него взглянуть, на этого мага и чародея. Вы позволите? Да. Смотрите. Леша! Вера! Я поздравляю вас. Меня почему-то отпустили. Я ничего не понимаю. Как это возможно? Потому что мир не без добрых людей. Так это что, сделали вы? Нет. Но через ад только начинаются. С Новым годом, Валерий Семенович! С Новым годом! Желаю вам счастья, Вера.
Вера? Да, Алеша. Вы спасли мне жизнь. Я хочу, чтобы вы мне все рассказали. Всю правду. С самого-самого начала. Очень долго рассказывать. А разве мы куда-нибудь торопимся? Я снова был рядом с Верой. И забегая вперед, скажу, что мы встретили вместе с ней ее бабушкой Новый год. Я даже играл на аккордеоне под елкой. Правда, это был старый Новый год, но для моей старой долгой любви это было как-то даже более подходящее.